Дамы и господа, встречайте Умаров Тимур! Дамы и господа, бойцы в октагоне, я еще раз с удовольствием представляю их вам. В синем углу Николай Попов, 31 год, рост 165 сантиметров, вес 65 килограмм, чемпион Приволжского федерального округа по кудо! Николай Попов! В красном углу Тимур Умаров, 30 лет. Рост 170 сантиметров, вес 65 килограмм, город Москва, бойцовская школа карате Макса Дедига, черный пояс, второй дан карате Кёкушинкай, чемпион Кубка Дона, чемпион Южного федерального округа, Тимур Умаров! Друзья, слово рефери в октагоне. Бойцы на середину. И вот она поддержка всего зала бойцам. Уважаемые дамы и господа, по-прежнему в октагоне Николай Попов, Ульяновск, и Тимур Умаров, Москва.
Проверь, проверь. Не ведись на ноги, нормально. Друзья, поддержите, поддержите бойцов. Николай Попов представляет Ульяновск. Тимур Умаров, Москва.
четвертый раунд. Друзья, дайте максимальную поддержку в октагон. Мы не в школе, а с места можно кричать. Уважаемые дамы и господа, для награждения победителя в октагон приглашаются представитель компании «Мудрый зуб» Игорь Николаевич Шихранов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» Павел Анатольевич Узиков и Владимир Шаянов. Пока мы готовимся объявить победителя, вы прекрасно знаете и поняли, что победителем становится Тимур Умаров, Москва! Пояс победителю вручают Игорь Шихранов и Владимир Шаянов. Друзья мои, давайте поддержим бойцов! Тимур Умаров, слово бойцу! Всех приветствую! Хочу выразить благодарность моему старшему товарищу и брату по карате Владимиру Минееву за помощь и организацию данного поединка. Дубай, вот тебе. А также своему тренерскому составу Шиханову Максиму Викторовичу, нашему Аксакалу, Серверу Ильиеву, Андрюхе Герасимову Снабок, Эмину Рахибу, ударная мастерская. Респект вам. Спасибо за помощь. И всем тем, кто собрался у экранов, переживал и поддерживал. Всем... Ос! Чему?